Иосиф Виссарионович, дело хунта принесли. Лаврентий Павлович, благодарю тебя. Вездеход хунта подозреваемый. Что тут по существу дела? Один зазнайка вездеход, туда-сюда реклама пел, на шерп нога поднять хотел, орал: «Вай, ты не вездеход, застрянешь в первый же поход, там, где болото я ходил, ты с моей жопы пыль ловил». Кричал, да громко голосил, на дело не осталось сил. Старался, тужился до слез, так в полыни говном замерз. Мораль той басни такова: если твоя еда трава, зачем на тигра ты рычишь? Сиди в норе, твое имя мышь. Лаврентий Павлович, что такое хунта? Захват власти путем военного переворота? Переворота? Батьке бы не понравилось. На всякий случай расстрелять. Будет выполнено, товарищ. Кто доложил? Доклад пришел по каналу Герасими Шерп. Герасими Шерп. Герасим еще. Хороший товарищ. Распорядитесь, чтобы наши все смотрели. Так и напишу. Герасим еще. Наградить.